Привет. Меня зовут Ленуца. Я фотодизайнер. Сегодня я решила пофантазировать и показать вам, как выглядел город Кишинев в немолодости моей прабабушки, далеким летом 39-го года. Мы находимся на центральной улице нашего города. Улица, которая пока еще не стала площадью. Это будет значительно позже. А сейчас по ней весело несется, заливая стрельными перезвон городской трамвайчик. Проезжая мимо башни Святые Врата, известной ныне как Арка Победы. Ой, осторожно! Следующая трамвайная остановка – элегантная гостиница «Швейцарская», расположенная на пересечении современной улицы Штефан-Челмари и Гумилёвску-Бадони. Здесь останавливались многие знаменитости, посещавшие в то время Кишинев. К сожалению, в годы Второй мировой войны наш город навсегда утратил множество красивейших архитектурных сооружений, одно из которых – огромный комплекс «Метрополия». В те времена на месте здания нашего правительства располагался митрополитский дом, консистория и семинария. Кафедральный собор до сих пор является неотъемлемой частью городского пейзажа. Хотя он, как и наш город, прошел через многие трудности и перемены, отражая в себе происходящую вокруг него историю. Одно из самых прекрасных зданий того времени – епархиальный дом, ныне самый центр площади Национального собрания. А уже знакомый нам трамвайчик подъезжает к родной и любимой каждым кишиневцам улице Пушкина. Как называли раньше, Пушкинской. Ой, это же дедушка нашего торгового центра Джиминей.
Первый этаж епархиального дома сдавался под различные магазины для любителей шопинга того времени. Одним из самых известных коммерческих заведений епархиального дома была кондитерская «Замфиреску». В теплое время года на улице у кондитерской выставляли столики. Здание представляло собой уникальный объект, аналогов которого мы вряд ли найдем и в современном нам городе. Странные гости нашей столицы. Наступает вечер, и мне пора домой, в свое время.